Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан, и добро пожаловать уже в настоящие снуперы. Уже не в полуснуперы, а настоящие снуперы. Сразу вам скажу то, что не обращайте внимания на мой задний фон, потому что я переезжаю. И, скорее всего, следующая серия снайперов уже будет на новой квартире и с новыми участниками. В этой серии я буду играть с Мунстр, которая слева, и с Мией, которая справа. Две девушки, один пацан, групповушка, тройничок... Снайперский, я имею в виду. Ничего не подумайте, несовершеннолетний, тем более у меня есть девушка, только ей не горите, что я так выражаюсь. Короче, вы готовы, мадмуазели? Хорошо, значит, мы будем начинать. Опа! После приветствия к нам присоединился еще один человек. Никич, поздоровайся. Всем привет. Мунстр, поздоровайся. Привет. Мия. Здрасте, самая печальная девушка. Ребят, мы все устали. В этой серии я компенсирую немножечко то, что я играю, можно сказать, с нубиком в Майнкрафт. Я буду играть без прицела на снайперке. То есть у всех есть прицел, а у меня на снайперке нет прицела. Это будет еще намного сложнее, но это сделано для того, чтобы дать хотя бы всем небольшой шанс. И что еще расскажу? У меня большие планы на эту рубрику. Как видите, мы поменяли моды, у нас новые оружия. И в ближайшее время я постараюсь перестроить всю карту снайпера. Но все зависит только от вас, если вы хотите продолжение, ставьте лайкусики. А сейчас, пацантре и пацанессы, рассказывайте, где вы, а? Мы спрятались. Вы спрятались. Мы на карте в Майнкрафте. А, то есть, на карте, а не в Майнкрафте. А что вы скажете, если я вам скажу сейчас то, что я за вашей спиной нахожусь? Вот, допустим, Мунстр, я только что тебя видел. Ну, привет тебе. Я ошибся. Значит, ты видел не меня. Да, я ошибся. Это была не ты, это была Мия. Ну да, я желтая, меня легко. Ну жел, да, тебя очень легко вычислить. А сразу скажу для тех, кто не шарит. Когда кто-то умирает, он сразу выпивает зелья, и он сразу же, ну, никого больше другого не палит. Хорошо? Все же знают. Все же смотрели эту рубрику, я надеюсь, по крайней мере. Естественно. Так, Никич, короче, смотри. А что ты скажешь и как ты отреагируешь? Я тут немножко оружие в штибу. Мне очень-очень страшно. Я там, по-моему, кого-то видел. Ты кого-то видел? Где? Ты кого-то видел? Да. Лошадка. Сама ты лошара, мне просто не повезло, я, знаешь, силу почувствовал, а тут оказалось то, что Мунстр уже прошаренная очень даже. Так, хорошо, я вижу Никича. Я просто знала то, что ножик бесполезен. Ножик бесполезен? Ты просто не знаешь всю силу ножика. Так, хорошо. Ну, вы прям возле друг друга. Я только Мун вижу. Ты не видишь Никича? Да. Не видишь овечку? Овцу вижу, да. А так он... Я молчу. А, я поняла. Опа. Да как? Нет! Мунстр, ты что делаешь? Мать, успокойся, а! Ноускоп. Хорошо. А подождите, а до скольки мы играем? До трех или до пяти? До трех, да? Да. До трех. Давай до трех, до пяти, это слишком длинная серия будет. Все, это уже не полуснайперы, настоящие снайперы, второй раунд, прячемся заново. Кто не знает, я прямо сейчас в камеру показываю ту самую. Догадайтесь, что? Так, что-то мне кажется, меня уже кто-то спалил. Подождите, я показал в камеру, не писюн, конечно же. Я показал в камеру корону. Кто выиграет в этой серии, тот заберет ее себе. Не забывайте это. Дождик пошел. Оу, оставляем дождик. Давайте. Не лагать будет, пожалуйста. Я сам не ожидал, Луки! Нет, это случайно получилось, я сам офигел. Ты понимаешь то, что я играю без...
Мия, извини. Ребята, понимаете, то, что я играю без прицела. У меня на снайперке попросту нет прицела. Как я тебя не убиваю, монстр? Я чё, когда... Окей. Это... Красиво полетел. Красиво. Так, ладно, нельзя, нельзя. Я убиваю минус 2 и потом проигрываю вот так, я забыл, что там пропасть. Ладно. 2-0-0. Третий раунд, прячьтесь. Короче, монстр, успокойся, пожалуйста, монстр, успокойся. Давайте будем дружить. Ребята, давайте. Я напомню, второй раз я даже ничего не делала. Я подставила! Полсердечка. Да? А как я... Да. О! Как я тебе полсердечка оставил? Типа я ж тебе прям в пятку попал. Пятка не голова. Пятка не голова. Что убила? Что такое, Мия? Что? Кто тебя убил? Я меня сам не убила. Кто тебя убил, Мия? Да кто стреляет? Не говорите то, что кто-то в меня стреляет. Возможно. Я поняла, какая сволочь. Ага. Какая? Какая сволочь тебя убил? Да такая. Да такая, какая? У кого еще кепочка? Кепочку? У кого кепочка? Признавайтесь, у кого есть кепочка? Еще у него карие глаза. Карие глаза, у меня иногда они зелеными бывают, поэтому не считается. И борода. И борода. А борода у одного. Борода. Откуда мы знаем? Может, у Никича тоже борода? Никич, у тебя есть борода? Да, вот видишь, у Никича тоже есть борода. 15 лет. Я уверен, что в меня стреляют. Я просто верю. Стой ты на месте. О, да! Я тоже стрельнула. Ну ладно. Ты молодец, конечно. Господи. Где эта борода? Подождите, я случайно в монитор плюнул. Сейчас я вытер уже. Ой. Короче, Никич, я знаю... У нас проблемы, Никич. У нас с тобой проблемы. Понимаешь? Мы один-один? Мы один на один, один с половиной, один на один. Никич, что, если я тебе скажу... Что ты меня видишь? Что нет. Что если... Что... Так, план, Никич, давай я тебя подкуплю. Если ты сейчас сам себя убьешь, завтра ты в школе пятерку получишь. Вот прям. А ничего, что каникулы? А после каникул... После каникул сразу пятерку получишь, обещаю. А можно мне такую хрень с сессией? 12 предметов мне сдавать? Можно, если мы будем... Нет! Я пошутил, нельзя подкупать никого. Мы играем на свой скилл. Никич, я не знаю, где ты, вот просто не имею ни малейшего... Да кто, откуда? Ты понимаешь, что я даже не знаю, откуда ты стреляешь, я бегаю просто туда-сюда. Правильно. Тебе не надо знать. Я ставлю на Эда, наверное. Наверное? Я сейчас тоже. Умерёт минуту. Не, я ставлю на Эда. Почему? Он мне кофе еще должен, во-первых. Я не знаю, где Никич! Алло! Это место вообще законно? А возможно, да. Возможно, ты где-то спрятался там, где нельзя спрятаться. Я упал, поэтому все возможно. А, ты снизу? Никич, ты где? Ну я могу сказать то, что где он, но... Типа... Да. Никич, мне кажется, ты спрятался там, где нельзя прятаться почему-то. Да, я как бы внизу. Хочешь подсказку? Он даже не спрятался особо, прямо сейчас. Да я особо не спрятался. Мы все не спрятались. А где он тогда? Он на дне. Никич, каком ты дне? Ты где? Что ты делаешь? Он, подождите, я вас прошу, он в законном месте? Ну теперь не особо. Ты нашел его, да? Никич, ты там изначально спрятался или... А, ты упал. Нет. Хорошо, ничего страшного. 2-1... Сначала на углу карты был. А, ну хорошо, будем знать. 2-1-0-0. Фух, ладно. Давайте делать дела. Мы делаем дела. Я вижу, где умерли. Окей. Ясно. Я тебя видела. Мия, это что было? Как мы... Рань, всё. Как мы вместе оказались? Я даже не видел то, что ты там спряталась.
ты даже... Ты бы слышал, как ты ему... Ты меня стреляешь, честно скажу. Либо ты замолчал, когда я пила молоко. Скорее всего, но я не знал то, что ты там. Так, я что-то вижу. Ты кого-то видишь? Так. Пожалуйста. Я хочу жить. Я тоже хочу жить. Пожалуйста, не трогайте, только не дайте монстр выиграть. Я так и знал, что будешь. Монстр, пожалуйста, если ты выиграешь, это будет печалька всемирная. Хотя нет, это будет очень хорошо, если монстр выиграет. Значит, у нас новый король, принцесса, извиняюсь. И когда бы не подумал, то что в снайперах может быть королева снайперов. Все будет шикарно. Никогда не подумал бы, что никогда можно Эдисона обыграть. Кстати, да. Ну вот видишь, все говорили раньше то, что я читер, оказывается, нет. Я сейчас начну так говорить. Так я же не читер. Ты пойми... Вот да? Смотри, монстр, смотри. Да, что? Монстр, ты смотришь? Да. Куда именно нет. Ты смотришь, у меня такой вопрос. На небо. Да, конечно. Так, у меня вопрос, где монстр? Я видел. Что за дичь? Я ничего не понимаю. Что за... Я знаю то, что мы рядом, но я не знаю, где именно. Что за дичь? Я ничего не понимаю. Я скажу так, вы лохи. Мы это уже поняли, да, Мустер? Но я не знаю, где она. Мустер, ты где? Ну, бородатый человек вообще лошара. Прям лошапед, да? Я бы сказал другое слово. Лохопудина. Да, получается? Нет? Нет, другое. А что? Это слово я детки. Лохпендос. Тупень. Не лохпендос? Тупень. Тупень? В смысле тупень? Я слышал то, что кто-то лазит по лестнице. Ты тупень. Да не тупень я просто не знал, где она. Тупень? Слушай, монстр, у меня такой вопрос. Я по тебе попал? А, да. А первый раз я по тебе попал? Первый раз нет. Ничего страшного. 2-2-0-0. В смысле, тупень, я её убил все же, Мия. Не умничай. У нас сейчас решающий раунд. Решающий раунд? Ну или кто-то другой выиграет. Как бы не забывай то, что мы здесь не вдвоем монстр. Не, ну мы можем выйти. А, да не-не-не, можете играть. Я не против. Я в окошко не буду идти. Такое молчание. Молчание. Что ты делаешь? А мне сложно играть, потому что я еще без прицела, ребята. Почему же она такая несправедливая? Несправедливо, почему? Мне надо было это сделать. То есть ты знаешь, где я, да? Достался ты мне. А, ну да, конечно. Конечно, ты меня видел? Да конечно, Мия, давай, конечно, ври больше. В смысле, я тебе... Монстр, ты меня спрашиваешь, что я якобы тебя видел, но ты не поняла то, что в меня стреляли? У меня оружие было не перезаряжено. Подожди, а кто где был? Я что-то вообще не понял. Кто кого убил, а? Никто нигде не... Я убил ее. Да. Ну да вообще-то ты щух. Откуда? У меня оружие было не перезаряжено. Ну это уже твои проблемы, монстр. Да, я уже знаю. Давай мирно решим. А где она? Подскажи, пожалуйста, кто? Монстр. Вот ты где? Молчи. Она на карте в Майнкрафте. Ага. Я на дне. Ты на дне. Самооценка. С моей самооценкой. Ну хорошо. А моя самооценка знаешь где? 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 Ну, ладно. Короче, ребят, вот смотри. Монстр, что если я тебе, точнее не монстр, а Мия, что если я тебе скажу то, что я сейчас нахожусь справа от тебя? Что ты, как ты на это отреагируешь? Значит, ты в невидимости. Нет, я нахожусь вот в этом большом проходе, куда она сейчас смотрит. Здесь просто Эдисон повсюду. Это как-то напомнило. Я смотрю. Поняла. Ты смотришь. Я уже боюсь, знаете как?
И в жопу. До свидания, господи, не подходи. В общем, смотрите. Если подумать... Я знаю, что в меня стреляет он. Я не стреляю, потому что я даже не знаю, где ты. Вот в чем проблема. Она на карте. Она на карте. Моя карте. Я ага, не знаю, где он, да, здрасте. Знает он, да. Да, не знает он. Короче. Ты ее в угол загнал, это как-то нечестно. Да нечестно, я наперед... Ты ее в угол загнал. Потому что я следил за ней с самого начала, поэтому в угол и загнал. Я подам полицию за то, что ты за мной следил. О, господи. Я так давно ее не надевал, честно. Ну, прям сейчас надену. Ребятки, Мия, Мунстр, Никич, спасибо вам большое, то, что участвовали в этой серии. А вы, ребятки, если хотите продолжение, если хотите видеть больше серий снайперами на новой карте, с новыми оружиями, ставь лайкусик прямо сейчас. И если мы наберем много лайков, если прямо сейчас подпишешься, я обещаю, то, что выйдет новая серия снайперов. Мы же запишем ее? Конечно, с удовольствием. Конечно, запишем. Поэтому еще раз спасибо булечки огромное вам за просмотр. Это месть. Кто-то сильно разозлился. Всем удачи и всем пока.